Как он сейчас украдет. Это Макс приготовил в садике. Смотрите, какие булочки они готовят. Это фига какая-то. Дуля. Нет. Что? Знаю, что это. Это буква? Это ма. Это м. М. А это о. Это булочки надо с сахаром кушать? Да. Замечательно. Всем привет, ребята. Это называется сэндвич. Хорошо. У Макса опять пострадало ушко. Комарик укусил. Оно у тебя самое сладкое, наверное. Комарик постоянно за ушко кусает. Самое вкусное у тебя ушко. Жарю картошку, сварила в мундире, и тут грибочки. Я, Маргарита и бабушка грибочки едят. Все остальные делают картошку. Нет, Ксюша не ест у нас. Как дела? Нормально. Это ты новую надела? Ну-ка, повернись. Yes. О, красиво. Маргарита сегодня потеряла автобус. Знаешь, она же оттуда выйдет. Я тогда сразу видела автобус наш. А вы не успели. Вы его внизу ждали. А он приехал наверх. Давайте на стол будем накрывать. У Ксюши спроси. Ксюша выгуливала кота. Он не будет гулять, Маргарит. Он ложится сразу. Что, не хочет? Думает, что они там делают со мной. Почему они надевают на меня эту штуку дурацкую? Ему не нравится. Погулять пойдет. Или ты же гулять хочешь. Летин, хватит. Лапу-то можно сюда, Ксюш. Укусил? Да. Вот он пойдет сейчас, смотри. Не так. Ксения, нужно. Его нужно прицепить на поводок. На всякий случай. Почему мы его не будем выпускать? Ты представь себе, убежит и не придет, и все. Ай, горячо! Вас вино крикс. Пошел. Ладно, пойдемте кушать. А, тебе нельзя без поводка. Нет. Ты убежишь потом, мы тебя не найдем. Нельзя. Пойдем. Так, все, приятного аппетита. Сегодня среда. В обед школы нет, поэтому все дома. Спокойненько кушаем. Никуда не торопимся. Еще громче можно ходить? На гулять. На улицу пойдешь? Ты сегодня за продуктами пойдешь? Сегодня да. Уже неделя прошла. Так быстро. Опять за продуктами. Бабуля уже покушала, поэтому она с нами не сидит. Она не дождалась. Вчера я сидела, рисовала вечером у себя. Ну, это уже видели, я уже показывала. Если кто-то не видел, то вот рисуночек. Маркером я раскрашивала. И вот вчера карандашом просто сидела, рисовала. И вот здесь. Не знаю, буду, не буду раскрашивать. Ну, пока вот такой вот просто набросок. Ой! Кого-то я поймала. Каролина снимает. Кстати, у Каролины есть лайки. Я совсем забыла, что у нее есть аккаунт. Я давно ее открывала. У нее там 200 с лишним тысяч подписчиков. Она давно снимала. Последнее видео у нее вышло год назад. Даже, наверное, больше, чем год назад. Почти два года назад. И называется он, вот, Каролиночка. Вот так вот у нее аккаунт называется. Пока она еще ничего не снимала, она снимает и удаляет почему-то. Не выкладывает. Или в черновике сохраняет. А аккаунт девчонок мы так и не разблокировали. Не получается у нас. Поэтому Каролина на свой, наверное, будет снимать. Сходила я в подвал, Каролина. Посмотри на эти вещи и скажешь мне, что ты будешь носить, что нет. Это маленькая уже. Да, это маленький. В общем, нужно посмотреть, что тебе понравится, что ты будешь носить, что нет. И тогда я отдам то, что тебе не нужно. Или если что-то тебе большое, можно оставить на следующий год. Сюда. Вот смотри, вот эти вот шорты. Их Ксюша носила. Тоже померь, посмотри, если они тебе как раз. Если нет, то оставим на следующий год. Вот шортики тоже, смотри. Это Маргарита носила.
Это на 9-10 лет. Ну, может быть, даже и будет как раз. Ну, вот видишь, еще можно поносить. По наследству. Угу. Большие прямо тут видно висит. Ну ладно, оставляем только на следующий год. Да, это тоже большие. Нравится? С джинсиками будешь носить? Можно с футболкой. Не застегивай, как курточку. Платьюшко, знакомое платьюшко. Это платье носила Ксюша. Мы тут вещи ваши перебираем старые. То, что Каролине подойдет. Пижамки твои, вот эти вот тунички тоже хорошие. Носили вот две одинаковые. Да, вот эти вот очень красивые. Как платьюшки. Подойдет, наверное, тебе. Да, красный. Померяй, да. Я знаю. Ты их носила уже, да, вроде? Да, в прошлом году, в прошлом летом. Как? Маргарита его когда-то носила. Это не моя, это Ксюшина. А, это Ксюшина? Мое у моей подружки. На, тебе платье. Будешь носить. Ксюша. Да, представляете, это ребят, она. Ксюша когда-то носила единорожек. Когда-то. Ты себе, помнишь, купила это? Все? Ну, капает там. Да. Если там капает, то все. Все, пошла вторая. Нормально все? Нормально. Ну, все. Вы, наверное, подумали, что такое случилось с бабушкой, почему мы ей делаем капельницы. У нее все хорошо чувствует, она себя замечательно, просто эти капельницы как профилактика. Для сосудов, для вен. Она должна эти капельницы делать каждые 3 месяца. 3 месяца уже прошли, и сейчас еще один курс. Так что все хорошо, да, Ванюсь? Все хорошо? Все замечательно, просто замечательно. Так, мы поехали в магазин. Почему-то машина здесь стоит, здесь нельзя припарковываться. Ксюнчик с нами. О, и дождик пошел. Приехали мы в зоомагазин. Попросили нас снять, что мы покупаем, для кого мы покупаем. Игрушечки тут разные висят. Ух ты! Это Бонька бы понравилось. Вот это вот ее... Тоже любимая. Все пищалки, хрюкалки. Это ничего не делает. Так, мы покупаем Royal Canin. Нас устраивает этот корм. И беру я. Есть, конечно, специально для шпица. Вот такую. Потому что длинная шерсть, это как раз для собак с длинной шерсткой. Так. Такие вот большие у нас есть тоже. Вот это хочу взять для длинношерстных собак. Для туалета тоже есть всякое разное. Это, скорее всего, песок. Песок я не хочу. Мне нужно, чтобы смывалось в унитаз. Это тоже какой-то песочек, он не смывается. Вот у них всех, у всех нарисовано, что нет запаха. Есть запах. Изначально нет, но потом есть. Вот такая вот. Вот это вот, я не знаю, если смывается или не смывается в унитаз. Тоже впитывает хорошо. Это из дерева, да, из древесины, я так понимаю. И запаха нет. Я покупаю вот такую. Вот можно смывать в туалет. Можно попробовать, но я нужно спросить, если можно в туалет смывать. И цена 17,90. Да, потому что выкидывать в унитаз это очень удобно. Не нужно никуда нести. Для мейн-куна. Вот. Тут со скидкой. Мы прям попали в самую пробку. Нехорошее время. 6 часов. Часы у нас идут неправильно. Они на час отстают. Ой. На час они отстают. Сейчас 6:16. В это время все возвращаются домой, и пробки просто ужасные. А в 7 часов закроется магазин. У нас времени мало. Нужно бегом бежать за продуктами. Не видно, что это. А? Вот это вот мясо, тут какие-то боны, не знаю. Виноград. С чем-то еще. Нашли вот такие это, суши. Видите, треугольники. Вот тут, смотри, тут есть. Вот сюда, Вера, лахс. Какой хочешь, тут есть это. А тут курица. Ты что хочешь? Да без разницы, могу это съесть, мне все равно. Уронил кофе. Теперь как-то должен пить. Через попку. Не засняли в магазине, потому что мы бегом бежали, покупали. О, я не знаю, как это открывать, оно мне все время ломается. Пристегивайся. Такое вот мороженое очень вкусное. Оно как шоколадка, батончик шоколадки, вот маленькое. Вкусное.
Нашли салфетки Star Wars. Я сначала подумала, что это туалетная бумага. Оказывается, кухонное полотенце, бумажное. Ты куда собралась, красавица? Или ты просто одеваешь, меряешь? Мама, нет еды, воды. Смотри, это с чем? Не знаю, вот. Фу, они. Все, она побежала. Можно? Можно. Сейчас тебе дам, сейчас. Тут у нас йогурты, колбаски, все такое. Оливки папа купил. Мне не нравится то, что они с косточками. Я люблю без косточек, а тут прям нечищенные. Взяли пиццу, это мы сейчас приготовим ее, чтобы время не тратить на готовку, на ужин. Будем кушать пиццу. Здесь она с помидорками и шпинат. А здесь просто пицца маргарита. Так, да. Это у нас всякие пирожочки, булочки, хлебушки. Вот этот сыр, да, в холодильник? Это надо спрятать. Да, это в школу. Сколько тут штук? 5? Ну, вам на один раз. Это вот такие палочки, сухарики и сыр плавленый. В школу я даю такое. А, вот она взяла острый чеснок маринованный. Как сделать так, чтобы две пиццы поместились на одном противне? Разрезаем пополам. Одну выкладываем так. Выкладываем вот так. Так. Вот так. Все. Тогда поместятся две. Убираем духовку. Кто кого? Филька Боню? Он ее хотя за хвост хватит. Тот же бег. Хулиган. Я хотела ему когти постричь, не могу найти ножницы. Не помню, куда положила. Хотела подстричь. Бонни тоже надо подстричь. Фильки надо. Дети хотят поставить вон туда батут. Только хотят купить новый, побольше. 4 метра. По-моему, у нас почти 3 метра, а они хотят 4. И он будет занимать почти половину. Вообще, если бы это была наша квартира, я бы вот в этой части, наверное, бы положила плитку, чтобы потом туда ставить бассейн. Вот, но раз квартира это не наша, мы сделать этого не можем. Почему-то вянут мои цветочки, я их поливала вчера. Вот эти вот вянут белые, а желтые пока еще стоят. Вон там еще бутоны есть, распускаются потихоньку. Знаете, подвяли немножко. Все игрушки оттуда уберем. Уберем этот тренажер, стол, столик. И сюда, наверное, может быть, что-то тоже из декора поставим. Да, не похлопай. Нет, сверху надо хлопнуть. Да. Ксения, ты не что выбрать? Готова? Готова? Нужно немножечко выпустить воздух. Чуть-чуть. Сака Селайре. Вертнур дос асе. Не остро. Не очень. Там косточки. Но тiene пепа dentro. А? Невкусно. Хорошо. Да. Мне не нравится. Чеснок. Да. А если будет сырая? Будешь сырую кушать? Нет. Тут наш хомячок поживает. Проверим. Привет, малыш. Бонечка, осторожно. Такую вот мазью. Его Николь мажу. Попку. Мазать будем попку. Так, Ксюшкин плакат сейчас покажу. Потому что спрашивали про проекты, которые делают девочки. В общем... Да, вот она. Она сегодня до конца доделала. Тут какие-то у нее страшишки наклеенные. Страшные картинки. Здесь у тебя что будет? Это фильмы. А, фильмы. Сюда что-то тоже наклеишь что-нибудь? Я тут еще напишу, но я не знаю. Так, это потом книжки. Вот здесь вот оно. А, книжки, да? Тут книжки. Здесь у нас какие-то тут дома непонятные. С привидениями, наверное, да? Угу. Дома с привидениями, наверное. Тут что-то написано. USA. Да. Вот так. Нет, вот. Смотри. И вот здесь вот. Это что? Фактен. Факты. Или это вицы, как хомяк. Не надо здесь бегать. Иди давай.
шутки и все такое. Ага, понятно. Когда ты уже будешь сдавать работу? На следующей неделе надо мне будет монтак. Монтак. А, в следующий понедельник? Мы должны были... Еще вот здесь вот надо что-то наклеить. Наверное, напишу, не знаю. Угу. Белая ручка есть? Угу. Так, мы с тобой дорисовали плакат уже, я не помню. Да. Да? Наверное, нет. Покажу. Нет, не дорисовали. Да, дорисовали уже. Ну, вот тут чуть осталось. Тут что дорисовать-то? Еще чуть-чуть. И осталось обвести, да? Угу. Мама, он говорит, тут мешает. Почему-то черная, это болячка. Это болячка-то. А надо снять. Вот что у нас получилось. Хамер, ты что такое быстрый? Дорисовали плакат. Потом я не знаю, как его раскрасить, чем раскрасить. О, он такой быстрый. Здесь Бэби Йода у нас, лягушка какая-то, розовая пантера. Это Гейри, кошечка, какой-то динозаврик, котик, Пушин. В общем, вот так вот. Потом ты его наклеишь куда-нибудь или что? На стену? Вот. Ну, смотрелось бы, конечно, красиво, круто, если его раскрасить. А вот чем? Может, красками? Потому что фломастеров точно не хватит. На такой большой плакат. Горит и вот художник, да? Гугли. Вот. В общем, такая вот идея. Типа Google открываешь, тут его имя. Всякие тут видео, новости, всё, мэпс, картинки. В общем, здесь вот информация об этом человеке. Здесь его фотография. Вот такая вот идея. И следующий плакат она должна была описать его картины, да? Рассказать про его картины. Ну-ка, открой. Вот. Следующий плакат она будет рисовать картины этого художника. Ты выбрала уже? Я уже начала. Ты уже начала? Это сокрос идет. В общем, всего 3 плаката будут. Мне еще нужно убирать со стола посуду всю в машинку. Так что я еще не иду спать. А вы давайте спите. Еще убирать. Кстати, один факт о Швейцарии. Ночью вода дешевле. Поэтому я в основном всегда загружаю машинку ночью и включаю ее. Ночью дешевле. Вот. Ладно, ребят, все. Всем спокойной ночи. Буду я заканчивать, убирать и спать. Так что всем пока и до следующего влога.